Привет всем от Полонского, слава Украине. Ребята, в Украине под Лисичанском погиб командир белорусского батальона «Валат» или «Волот», как правильно, полка Калиновского с позывным «Брест». Если вам интересно, кто это, ссылка на телеграм-канале снизу, пройдите, пожалуйста, посмотрите. Кто его знает, я знаю, что одно, что он из города Брест, Беларуси, потому что это понятно, что хотя бы по его позывному. Единственное, что я могу сказать, что человек погиб при выходе из Лисичанска, они задерживали там танковую колонну фашистов, и во время боя он погиб, я так понял, что еще несколько человек пропало без вести. Ну, что поделаешь, это война. Это война, на войне не без потерь. Я могу сказать одно, он погиб не зря. Я думаю, что не только он, но и другие ребята, которые погибли под Лисичанском, они сделали очень важное дело. Они ценой своей жизни перемолотили огромную фашистскую орду нелюдей, которые перли с востока и которые вот это вот хотели устроить тут кровавую баню на юге Украины. Но им это не удалось, благодаря вот таким вот людям с большой буквы, как Брест и как другие белорусские добровольцы, которые там были в самом пекле, останавливая нелюдей. Поэтому респект, честь и хвала такому воину. И я абсолютно уверен, что его жертва была абсолютно не напрасной. И то, что мы вышвырнем российских фашистов с Украины, это понятно. А самое главное, чтобы каким-то образом это все перешло и на Беларусь. И чтобы братья по оружию Бреста освободили и Брест, и Минск. Слава Украине! Живи Беларусь!